Михаил Пасечник, здравствуйте. Я еще не ожидал. Ну так, мы с тобой здороваемся, здравствуйте. Здравствуйте. А чем вы занимаетесь сейчас, что вы делаете? Сложим доски. Доски, бруски, да? Это боковушки на рамочке, я так понимаю? Да, боковушки, которые держат эти рамки, чтобы они не спали вот так вот. Угу. Вот, пожалуйста, пчеловоды, можете посмотреть, как мы привлекаем детский труд. Эксплуатируем детский труд, да. Ну да. Тебе что-то платят родители за твою работу? Ну, нет. Не платят вообще ничего, да? Да. Ты добровольно сюда пришел, или тебя заставили? Я попросил у вас. Ты сам захотел это делать? Да, захотел. Вот. Помогать. Помогать а захотел. А то какой... Вы меня вырастили, а какой я с вас помощник? Вот сейчас помогаю. Молодец, правильно. Вот это мы сейчас слаживаем по 100 штук. А сколько штук. Ты слаживаешь, Миша? Сколько должно быть в рядочку? 20 штучек. 20 умножить на 5 сколько будет? 25. Круто. 100 штук там. 100 штук будет. Вы еще умножение научили? А, нет. Не учили. Вот это мы так слаживаем. Рамочки вот так вот фасуем. А потом сейчас Миша да. складывает, а папа возьмет. Пришли они у нас в мешках. Нам так вот сложены. Вот, тут мешки поднимать ребенку очень тяжело. Вот, а вот эту коробочку он может поднять. Да, Миша? Да. Подожди, давай я, наверное, это сделаю, хорошо? Ага, давай. Давай? Давай. Чикс, да? Теперь сматываем, да? Там немножко супер, наверное, для чего мы это делаем? Скажи еще. Для чего? Да. Чтобы делать рамки. Чтобы делать рамки? Да. Чтобы мешки не поднимать. Правильно? Да. Вот надо будем на пластику нам... 200 штук, да, заготовки летом делать, зимой. Мы раз, привезли и все, и порядок у нас. Правильно? Ага. Прокатывайте, да? Оп, все. Помощник? Никогда. Не, ниже сложи, ниже пока. Угу. Где я сидел, ушел. Все, всем передай привет, что-то мы говорим обычно. Обычно? Хороших методов сборов, крепкого здоровья. Отличных методов сборов. Крепкого здоровья. Крепкого здоровья. Чтобы все было добро. Чтобы все было добро. Всем пока. Всем пока.